Это кадры с камер наблюдения. По улице идет пожилой мужчина. Неожиданно к нему пристает прохожий, просит денег. Пенсионер отказывает неизвестному, но мужчину это не остановило. Он дождался, пока ветеран сходит в парикмахерскую, магазин и под предлогом помочь донести пакет, узнает его место жительства. Недолго думая, грабитель напал на ветерана, избил, забрал деньги и медали. Его и погибшей накануне супруги. Проследил за ним, нашел пожилому человеку. Украл деньги и медаль. Все, и скрылся. Спустя несколько часов грабителя задержали. Он не успел сбыть награды. Нашли его по отпечаткам пальцев, которые он неаккуратно оставил дома у жертвы. Установили личность. Нападавшим оказался ранее судимый 38-летний местный житель. Он показал, где спрятал награбленное. В тот же день медали вернули хозяину. Уважаемый, вот как обещал, да, мы человека нашли, забрали его, нашли. Делали. Все, возвращаем вам, пожалуйста, медали, возвращаем. Здоровья вам, с наступающим праздником вас. Так быстро задержали преступника. Удачи и большое-большое спасибо. Известно, что ранее судимый за кражи мужчина вышел на свободу 2 месяца назад и совсем скоро вернется обратно. Алексей Килевра, новости «Сейчас».